Всем привет! Вы на канале Цветоводы всех стран, объединяйтесь. Меня зовут Юлия. И сегодня мы опять приехали на дачу. Но настроение при этом у меня очень-очень грустное. Сейчас вам объясню, почему. Сейчас я вам покажу дом. Вот мы заходим. Вот такой хороший, уютный домик, который мы снимали, пока у нас не было. Ну и сейчас у нас нет этой возможности жить в собственном доме. Поэтому мы нашли вот приют здесь. Это было очень удобно. Этот дом находится на соседней улице. Поэтому мы жили здесь, а работать ходили к себе на усадьбу. Но вот так случилось, что этот дом продали. Это наша вторая съемная дача. И вот, видимо, у нас есть такой дар. Как только мы обживаем эту дачу, она сразу благополучно продается. Вот это вторая комнатка. Почему я решила вам ее показать? Потому что ничего особенного, конечно, но очень-очень уютная дача. С удовольствием мы здесь проживали. Может быть, немножко темно, потому что уже отключили свет. Мы это, так сказать, последние минуты на этой даче. Конечно, очень-очень мне от этого горько. Не знаю, как теперь будет проходить наше лето, где мы будем жить, как мы будем приезжать работать, строиться на своей даче. Вот такая, видите, замечательная печка здесь была. Очень тепло, хорошо. Вот такой очень уютненький, хорошенький дом. Очень мы его полюбили, очень нам было тут хорошо. И еще раз повторюсь, главное, очень-очень удобно. Пойдемте покажу вам второй этаж. Вот такая лесенка симпатичная. Хозяйка тут такая рукодельница. Все вязаное, все очень сделано со вкусом. Сейчас вам покажу фотографии. Вот у кого есть маленькие дети, обязательно сделайте вот такие замечательные фотографии. Вот так у них по лесенке они развешаны. Маленькие ручки, маленькие ножки. Очень я жалею, что когда мои детки были маленькие, вот не делали именно вот таких милых фотографий. Ну вот, поднимаемся мы на второй этаж. И здесь такие две комнаты. Это детская комната. Вот, Полина здесь с подружками играли очень хорошо. Я еще раз говорю, ничего, конечно, особенно. Очень много таких дач, обшитых вот так деревом. Но, во-первых, по сравнению сейчас с нашим заброшенным домом, куда зайти страшно, очень нам нравилось возвращаться в это уютное гнездышко. Вот это вторая спальня. Это, так сказать, гостевая комната. У нас была... Ну вот так, вещи упакованы, все сложено. Сейчас вам покажу со второго этажа вид на участок. Тоже вон там вдали домик, это баня, душ там, летняя кухня. В общем-то, все основное время мы проводили там. Ну, ландшафтный дизайн тут такой. Минималистический газон, несколько кустов.
Ну, в общем-то, нам это тоже было удобно. Газон покосил, уже все хорошо. Участок ухоженный, потому что у нас работы на своем участке очень много. Ну, вот такое грустное видео небольшое. Всего доброго. Будем думать, куда нам переезжать. Мир, ваши дома. Пока-пока.